Друзья, всех приветствую! В этом видео я покажу, как уложить горбатую плитку в одной плоскости. Вначале подготовим поверхность пола. Затем режем плитку в нужный нам размер. Мне же скажут, что нужно начинать с середины. В моем же случае это не прокатит. Отталкиваясь от угла несущей стены, я пилю плитку ровно 45 градусов. В таком случае эта плитка будет укладываться по диагонали. Размер керамогранита у нас 1200 на 200. Плитку кладем в разбежку. Делим ее на три части. Таким образом мы минимизируем все неровности плитки. Вот таким вот образом переходим. Переходим с одной комнаты в другую. Ну а сейчас я покажу, чем я выравниваю горбатую плитку. Это у нас СВП от завод Пластик Руси. Размер зазора 1 мм. В упаковке 500 штук. Вот так вот они выглядят. Довольно-таки внушительный размер. И вот такие вот клинья в количестве 100 штук. Преимущество этой системы в том, что середина клина просматривается. А это значит, что мы сможем тянуть сразу три плитки одним клином, что в принципе я сейчас вам и покажу. Ну и вот такие вот подковы для формирования шва в нужный нам размер. В моем случае это 1,5 мм. Ну и здесь у нас идут вот такие вот щипцы. Они предназначены для трех видов СВП. Сейчас мы соберем именно под нашу систему. Остальные детали уберем в сторону. Произведем монтаж СВП-шек в нужный нам размер. И приступим к облицовке напольной плитки. А теперь обратите внимание, так как плитка горбатая, мне приходилось становиться на середину плитки и пристукивать, чтобы ее выровнять. Лишний клей убираем и фиксируем зазор вот такими вот подковами. Таким образом у нас СВП не зажимает, и мы контролируем везде одинаковые зазоры. Далее мы все повторяем. Становимся и стучим. А лишний клей убираем. Фиксируем зазор, после чего тянем плитку клиньем. Обратите внимание, здесь я стягиваю сразу три плитки в одну плоскость. Вот именно эта система нам позволяет это сделать. Ну а качество пластика сделано так, чтобы при зажатии СВП пластик не растягивался и оставался в фиксированном положении долгое время. Ну а кому будет интересна эта система, я на всякий случай оставлю координаты, где я их приобретал. Ссылка в описании видео. Места, где пол был неровным, я протягиваю клеем. Ну и еще раз покажу, как тянется плитка этой системой.
Да, действительно, равняют плитку в одну плоскость просто идеально. А теперь проверим, как удаляется эта система. Ну и как вы видите, система сбивается быстро и без проблем. В принципе, это то, что и надо для облицовки такой плитки. Получилось все идеально ровно. Ну и еще, что меня удивило на этом объекте, как был построен этот дом. То есть, выходя из комнаты в другие комнаты, подрезка по диагонали не менялась и была ровно 45 градусов. Даже в проемах больших окон с дверьми все стены, а также углы равнялись 45 градусов, что очень удивительно. Скорее всего, диагональ этого дома был хорошо спроектирован. Ну и работать было просто одно удовольствие. Ну что ж, друзья, на этом я буду заканчивать. И кому информация была полезна, ставим пальцы вверх. Кому нет, тоже. А у меня на сегодня все. Всем пока. Спасибо за внимание.